Привет всем! Вы на канале Фито и с вами снова Таня. Я продолжаю делать обзор на травы и растения, которые с недавних пор пополнили ряды нашего магазина Фито.ua. У нас календула есть. Здесь, значит, цветочки. Видно, что один к одному. Очень красиво. Сейчас даже поближе поднесу. Очень аккуратно. Видно, что их высушили с любовью, заготовили. Здесь только одни цветы, без каких-либо добавок дополнительных. Большой такой объемный мешочек, здесь 100 грамм в упаковке. Упаковка бумажная, продукт имеет сертификаты. Выращен он в специальном хозяйстве, где ребята занимаются выращиванием, сбором и заготовлением целебных трав и растений. Есть сертификат, что выращено в экологически чистой зоне Украины. И по свойствам. Свойства у календулы, еще второе название, это ноготки. У нее очень такой широкий спектр действия, самый ценный из которых это противовоспалительный эффект. То есть, если имеются воспалительные процессы в организме, например, в желудочно-кишечном тракте, или же на коже, или это проблемы с полостью рта, то настои и отвары с календулы можно, не опасаясь, использовать. Значит, единственное противопоказание, она не рекомендуется при пониженном кровяном давлении. Вообще она является кровотворным средством, кровоочистительным. Значит, еще интересное свойство, она помогает при комплексной борьбе с опухолями. То есть, если по назначению врача не предусматривается оперативное вмешательство, то часто назначают календулу как поддерживающую терапию. Она отлично нормализует работу нервной системы. Даже в тех случаях, когда это климактерический такой вот синдром, когда у женщины идет или повышенная нервная активность, такая возбуждаемость, возбудимость, нервозность, отвар из календулы он отлично успокаивает нервы, он вообще нормализует работу нервной системы. Также, если есть болезненные месячные менструации, то он снимает спазмы и болевые ощущения. Кроме того, налаживает менструальный цикл. Можно применять отвар из календулы вместе с медом, пропивать в качестве средства для профилактики и поддержания здоровья, если есть простудные заболевания. Также можно отваром календулы полоскать полость рта, не только при, скажем так, простудных заболеваниях, но также при проблемах с дёснами. Кроме того, ее применяют при эрозии шейки матки, делают спринцевание с настоем из календулы. Так, что еще? Также решают проблемы на коже, если это какие-то натоптыши, мозоли, даже бородавки с помощью календулы убирают. Так, еще я читала, что она помогает при застое желчи, то есть является такой желчегонным средством. Есть по поводу календулы несколько способов приготовления различных средств целебных из нее, я зачитаю. Значит, настой. Настой – это 1 столовая ложка календулы на 1 стакан кипятка. Настаивается это 30 минут и принимается по четверти стакана 3 раза в день до еды. Это внутренний прием, то есть это как мы завариваем на воде календулу. Дальше настойка спиртовая. Настаивают календулу на 40% спирте в соотношении 1 к 5. 1% календулы и 5% одна часть календулы и 5 частей спирта. 7 дней в темном месте нужно ее настоять, потом процедить и по 20-40 капель на 4 стакана кипяченой воды 3 раза в день за 20 минут до еды применять. Еще рекомендуют для полосканий, спринцеваний, 1 чайная ложка на 1 стакан кипяченой воды. При гриппе горячий чай с 1 ложкой настойки, то есть спиртовой настойки, ноготков 1 чайной ложки меда. Можно добавлять бруснику, малину, это будет отличным успокаивающим таким и патогонным средством. Также при приступах кашля можно накапать настойку спиртовую календулы на кусочек сахара и рассматривать 3-4 раза в день по такому маленькому кусочку.
Значит, еще я вижу, что у нас есть рецепт мази, 100 грамм цветов, то есть фактически вот эту всю эту упаковку. Засыпают в полулитровую бутылку, заливают оливковым маслом, настаивают 2 недели или кипятят 30 минут на водяной бане. И получается у нас мазь. Так, по противопоказаниям я уже говорила. Если, например, какая-то индивидуальная непереносимость календулы, такое тоже может быть. Это вообще не лекарственное средство, и применять его нужно по рекомендации врача с умом, то есть не заниматься самолечением. Мне этот продукт очень понравился, поскольку здесь очень отлично видно качество сбора, то есть насколько хорошо ее собрали, она такая цельная, не раскрошенная, даже не опавшие лепестки в ней. То есть все держится цельный такой вот бутончик, цветок. Здесь у нас 100 грамм, вот такая большая упаковка, стоит всего лишь 45 гривен. Это на сегодня, у нас сегодня февраль 2018 года. Это одна из самых низких демократичных цен по всей Украине на такую вот качественную календулу с сертификатами и хорошей упаковкой. Заходите к нам обязательно на сайт Fita.ua. У нас огромный ассортимент целебных трав и растений в различных формах. Подписывайтесь на наш канал Fita. Я еще буду делать много обозревательных роликов и рассказывать о свойствах трав и растений. Всем пока!